А что он не закрывается? Что он не закрывается? Он по-другому закрывается. Он вот так закрывается. Хватает. У меня в автошколе было 3, а у тебя вон 2. Лен, у меня автомат. Так не надо мне угрожать. И чтобы вы знали, для чего эти машины используются вообще, если что. Стоит резина Bridgestone, и на ней написано, куда на ней ездить надо. До тёлок. Так что, если вам нужно съездить к тёлкам, ставьте Bridgestone. Жесть. Никита, отдельный батальон, старший лейтенант Александр. В порядке, трезвый сегодня? Нет, как всегда в говно. Как всегда в говно. Поезжайте, до свидания. Так что все бодрячком. Блять. Говорят, что если замкнуть плюс и минус на аккумуляторе, аккумулятор может взорваться. Почему бы нам это не проверить? Ничего не вышло. Мне кажется, нас обманули. Нет? Да, нас точно обманули. Расходимся. No. Момент, когда утро начинается вообще не с кофе. Номер погнул. Видеорегистратор. Началось. Посмотрим, что у них там.
помогите, пожалуйста, я только что из сервиса, у меня этот, поменяли какую-то прокладку, машина не едет, не знаю. Мне надо ехать очень. Прокладку, говорите, поменяли? Да. Сейчас посмотрим, какую у вас прокладку поменяли. Ясность. Девушка, я знаете, что вам хочу сказать? Вам, конечно, прокладку поменяли с сервиса, но я думаю, что вам еще одну нужно прокладку будет поменять. Знаете, какое? Это между сиденьем и рулем. У вас просто бензин закончился. Вот так вот бывает. А как? Ты что, это как мы. Ты на. Вот. Че? Короче, пацаны, кто не хочет, чтобы на Березняках обосрали машину, запомните. Вот есть Толя Воробушек, короче, он тут у них крышует все это дело, ему вот так вот даете, и машина чистая. Дел. Все нормально. Попугай, барсук, мышь, крыса, бурундук. Попугай, барсук, мышь, крыса, бурундук. Попугай. Вот загнивающая Европа. Совсем с ума посходили. Новый асфальт на новый асфальт меняют. Справа старая дорога, слева новая. Тут только, ну, трещинки есть небольшие кое-где так. Но их даже машина не чувствует. Так они решили, короче, новый положить. Совсем, совсем они умом поехали. Давай!
поставил, да? Обалдеть. Ну, вполне возможно. Я внутри. Вот. Да, внутри, офигеть. Офигеть. Аквариум.